Танкер в настоящее время остается лежать возле берега Одессы. Две попытки поднять затонувший у берега Одессы танкер «Делфи» закончился провалом. Вернуться к работам планируют завтра. В Одессе с двух попыток не смогли поднять затонувший танкер «Делфи», поскольку у одного из буксиров оборвался трос. Об этом в субботу, 18 июля, сообщается на своей странице Facebook Государственная экологическая инспекция в Одесской области. Там отметили, что утром провели все подготовительные работы, чтобы начать эвакуацию судна. Однако первые две попытки это сделать оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Третий раз планируют попробовать поднять затонувший танкер 19 июля. Инспекторы контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды, добавила госинспекция. Напомним, сегодня утром в Одессе начали процесс поднятия затонувшего танкера «Делфи». Как сообщалось, танкер «Делфи» потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. В первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе экологические. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.